Дорогие мои зрители, я хочу вам рассказать об одной маленькой церквушке, которая находится в городе Палермо, столице Сицилии. Марторана ее называют в народе, а если брать длинное, полное название, то это церковь Санта Мария дель Аммиральо. Очень древняя церковь. Мы хотели ее посетить, когда были здесь в январе месяце, когда у нас был круиз по Средиземному морю, но она оказалась закрытой. Чем знаменита эта маленькая, небольшая, неприметная снаружи церковь? Потрясающими византийскими мозаиками. 12 век. Посмотрите, какая красота. Фильм будет небольшой, я, к сожалению, не смогу много и подробно рассказать. Читайте внизу комментарии. И под фильмом я сделаю комментарий, где более подробно расскажу о истории создания этой церквушки. Ну, а в современное время это одна из самых посещаемых церквей города Палермо. И еще один такой факт очень интересный. Это самая популярная среди новобрачных церковь в городе Палермо. Здесь чаще всего по субботам проводят свадьбы. Очень рекомендую эту церквушку. И вообще Палермо, дорогие мои зрители, сейчас летает туда Победа. За 6-8 тысяч рублей можно слетать на 2-3 дня только ради потрясающих средневековых храмов с византийскими мозаиками.